Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать вам свой интересный текстильный проект, а именно букварь из ткани. На этот букварь я порезала несколько вещей, а именно две рубашки и брюки. И брюки вот такие вот кофейные. Они пошли вот на отделку края, и некоторые странички полностью сделаны. И также купила вот такую веселенькую ткань. Думаю, она букварь будет украшать. Итак, что мы видим? Мы, конечно, видим буквы. Буквы сделаны из фетра. Картинки сделаны некоторые из фетра, фоамирана или из ткани. Вот, вырезала, зигзагом пришила. Буквы также пришиты на швейной машинке, но можно приклеивать горячим пистолетом. А есть такой фетр липкий, который можно просто приклеивать. Значит, вот я уже как бы дошиваю этот букварь. И что вам хочу сказать, девочки? У кого мало времени или мало терпения, нет усидчивости, даже не начинайте шить именно вот так вот, с обработкой края. Вполне возможно, что можно такой букварь пошить. Вот страничка с двух листов фоамирана. Вернее, это у нас фетр. С фетра или же с фоамирана. Вот, берете толстый фоамиран. Вот этот, по-моему, 2,5 мм. Чем толще, тем лучше, конечно. Этот серый 2 мм. Вот он уже мягкий, уже он не такой, как бы, хороший, да? Вот, смотрите, две странички, и тут будете лепить всякие аппликации и буквы, и дело пойдет у вас быстрее. Этот букварь еще я не дошила, но в общей сложности уже потратила где-то примерно, сильно не подсчитывала, примерно 2 недели на него ушло. Ну вот, осталось дошить совсем немножко, короче, 2 недели надо на пошив такого букваря. Так что, если терпения нет у вас и усидчивости, даже не надо заморачиваться вот с этой обработкой. Хотя, конечно, справедливости ради надо сказать, что такой букварь прослужит намного дольше, нежели с фетра или с фоамирана. Потому что вот он крепкий, прикрепкий. И внутри я вставляла вот такой вот фоамиран. Итак, некоторые картинки, как вы видите, прямо очень яркие. Подобрала ткань, вот тут домик уже был, ель эту я пришила, как вы видите, а некоторые странички делала вот такие вот нежные, бледные, можно сказать, не яркие, ну, чтобы у ребенка глаза как бы не уставали от сильно ярких картинок. Здесь, значит, у меня зигзагом пришито, здесь простой строчкой, здесь вот пустила такую строчечку отделочную, красивую, декоративную. Здесь у меня иголочка вышитая, конечно. Значит, на пошиве я уже немножко показывала, потом я там что-то забраковала и полностью видео удалила. Но, конечно, еще сниму для пошива. Вот такие, я считаю, интересные аппликации. Внучка уже приезжала, смотрела, заценила мой букварь. Прямо, знаете, остановилась на тех страничках, где я даже не ожидала, что ей понравится. Ну, вот эта рыбка, конечно, ей понравилась. Уж она ее туда-сюда таскала-таскала. А остановилась она вот на этой страничке. Сказала, что это сказка. Ну, вот она много, видно, мультиков смотрела, где вот именно слон. Ну, вот именно вот здесь с вами будем делать аппликацию трактора сегодня. Поэтому это я не пришивала. Это я буду, как сказала, на другом канале доделывать, показывать. Ну, эту страничку я случайно не пришила почему-то. Хотя все это я буду пришивать потом аккуратнейшим образом. А сейчас вот просто, чтобы букварь не распадался. Вот так вот странички у нас будут одинакового цвета. Что справа, что слева. Вот, допустим, часы. Значит, здесь у меня пуговица. Это из фоамирана глиттерного. И ребенок будет не только буквы изучать, а вот по этим часам будет учиться изучать время. Так что фантазируйте.
Значит, рекомендую купить, есть букварь «Раскраска». И вот там вот множество всяких картинок вы можете почерпнуть. Вот оттуда я взяла эту щуку, например. Также внучке понравилось. Значит, вот это вот Эльза. Прямо она от нее была в восторге, даже хотела оторвать. Еле я ее уговорила остановиться и не делать этого. Так, здесь буквы «Я» вставила фотографию внучки. Здесь вот такие кармашки. Можно будет потом размещать сюда слога. И ваш ребенок будет складывать слога в слова уже. Так, ну а сейчас займемся аппликацией. И вот покажу, как вот доделать эту страничку. Вот, вовнутрь я здесь уже вставила фоамиран и просто прострочила. А потом вставим фоамиран поуже. Для удобства сделайте вот такой букварик с листочков, чтобы вы нигде не запутались. Так, как сделать аппликацию? Бумагу, желательно прозрачную, типа пекарской, накладываем на компьютер, на телефон, обводим и разрезаем потом свою картинку вот именно на фрагменты. На фрагменты разрезаем и потом уже вырезаем, допустим, вот с фоамирана. Внизу у меня желтый цвет, а сверху голубой фоамиран. Знаю, есть такой мультфильм «Синий трактор». Дети его обожают. Вот я решила сделать синий. Приклеивать буду при помощи горячего пистолета. Так, что-то я еще хотела здесь порезать. Ах да, вот здесь у нас еще такая вот полосочка. Поэтому вот так накладываем. Разрезаем. И еще отрезаем вот этот фрагмент, чтобы желтый цвет выглядывал, чтобы трактор не был таким скучным. Так, немножко лишнего клея нанесла. Как говорится, перестаралась. Так, ну и осталось приклеить трактор. Буквы также приклеивала горячим пистолетом. Там где-то, помню, что-то было недоклеено. Вот сюда вот капельку. Вот эту ленточку я пришила здесь не зря, потому что вот эти снежинки также на буковку «С». Ну, звук «С», да, как мы детей учим, «С». Так, и вот здесь вот не хватает, я считаю, какой-то ниточки, шнурочка. Ну, вот возьму ниточку синего цвета. Вот так вот, без узелка, чтобы было. Вот так вот. И будет наша страничка полностью готова. Будет ребенок изучать и буквы, и цвета. Чтобы информации было как можно больше. И останется на эту страничку только пришить вот здесь вот вовнутрь кусочек
Фоамирана. Вот так вот, уже веселее. Конечно, можно было прострочить без фоамирана, так как бы легче. Вот, наверное, видите, проколы. Изначально я так и сделала. Но тогда разная толщина букваря. Вот здесь вот и вот в области переплета. А это все-таки хуже. Поэтому я решила вставить все-таки фоамиран. Он немножко короче. Вот здесь вот, ничего страшного. И вот здесь он, разумеется, должен быть уже, чем вот сама вот эта величина. Во-первых, здесь, чтобы легче было проложить строчку. Ну, а здесь, чтобы вот именно страничка гнулась. Так, вкладываем. И прострачиваем. Делаем закрепочку, как всегда. Странички будут готовы. И потом вам уже покажу, как скрепить их между собой. Итак, страничка полностью готова. Вот так будет сгинаться. Все прекрасно. Так, как я решила сделать переплет? Вот, смотрите. Последняя страничка. Это первая страничка. Обложка, так сказать. Вот так, лицевая к лицевой. Обложка внутри. Прострочила. И также сделаем и здесь. Пожалуй, сначала пришью вот эту часть, внутреннюю. Вот так. Пришью, а потом эту. Сделаю подгибочку и прострочу. И будет все у нас прекрасно. Так, а именно соединить, вот как изначально было ниткой, вот так можно соединить, только не при помощи нитки, а при помощи узенькой атласной ленточки. Прям вот в толстую иголочку. Здесь шилом протыкаете. И все это закрепляете прямо вместе с обложкой. И все будет у нас красиво. На сегодня все. Надеюсь, мое видео было для вас интересным, познавательным. Пишите комментарии, будете ли вы такое шить, девочки. Именно вот я имею в виду тканевые. Хотя, повторюсь, если терпения мало, то шейте с фетра или с фоамирана. Потому что я как бы вот пошила сложный вариант, но начинающим портнихам не советую, потому что терпения у вас может не хватить. Вот теперь точно. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.